Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте я проведу вас по территории Академии и расскажу вам про направление экономика. Тебя приветствует Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы. Сегодня мы расскажем тебе про программу бакалавриата Института Государственной Службы и Управления, финансовый контроль и государственный аудит. Данная программа является уникальной, и она подготовлена совместно со Счетной палатой. В конце вашего обучения вы станете высококвалифицированными специалистами своей области. Интерес к данной профессии проявляют органы финансовой исполнительной власти, а также корпорации и другие аудиторские консалтинговые компании. Дата приема документов с 19 июня по 24 июля по результатам ЕГЭ. Для лиц, имеющих право поступать по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией, до 10 июля. Вступительные испытания. Результаты единого государственного экзамена по следующим предметам: русский, математика и обществознание. В нашей академии проводятся регулярные тренинги от специалистов Счетной палаты, Государственной думы, Федерального собрания и прочих государственных мероприятий для наших студентов. Также есть возможность получения второго иностранного языка. А где проходят практику ваши студенты? Наши студенты проходят практику в Счетной палате Российской Федерации, в Федеральном казначействе и в счетных органах субъектов Российской Федерации, а также в Государственной Думе. В нашей академии для вас открываются блестящие перспективы. Международные стажировки, магистратура после завершения бакалавриата и аспирантура после завершения магистратуры. Участие в научно-исследовательской работе по развитию государственного финансового контроля, такие как карьера финансовых и контрольных органов системы исполнительной власти, корпорациях, бизнес-структурах и аудиторских компаниях. Также в нашей академии имеется насыщенная студенческая жизнь. Кавказе так неуважительно относятся к девушкам. Мы, девушки, должны иметь такие же права, как и наши мужчины. Хорошо. Теперь ты все знаешь о нашей академии, о нашем институте и о нашем направлении.